В городском округе почтили память погибших в результате теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». 23 марта к ограждению часовни Всех Святых на Октябрьском проспекте возложили цветы и зажгли лампадки. Люберчане приходят семьями. После возложения цветов люди не торопятся расходиться. Среди пришедших глава округа Люберцы Владимир Волков и представители общественных организаций. «24 марта, в день общенационального траура, сотни люберчан пришли почтить память погибших. Алые гвоздики на мокром холодном асфальте. К стихийному мемориалу у часовни на Октябрьском проспекте люди второй день несут цветы. Страшная трагедия не оставила никого равнодушным. Здравствуйте, почему вы сегодня решили прийти? Вы знаете, я вчера возвращалась поездом с моря, и в 9 часов мы узнали о этой трагедии. Весь поезд, весь наш вагон, мы все рыдали и плакали. Это такая трагедия, погибли совершенно безвинные люди. Как не прийти, как не помянуть их? Не могла сегодня не прийти. Общая скорбь, общая боль, особенно за погибших детей. Ну, такая трагедия, что, мне кажется, равнодушным никто не остался. Десятки людей в этот скорбный день собрались у часовни на Октябрьском проспекте. Люберчане зажгли свечи, молились об упокоении душ невинно убиенных и выздоровлении пострадавших. Ровно в полдень началась минута молчания. К стихийному мемориалу продолжают нести цветы и мягкие игрушки. Среди погибших есть дети. Ужасное событие. Нам очень хочется показать, что мы скорбим по людям, и мы очень сочувствуем всем семьям и погибших, и раненых. Хотим показать, что народу не все равно. В 8 вечера тысячи городов России зажгли свечи памяти. Люберчане от мала до велика собрались у часовни, чтобы еще раз отдать дань памяти погибшим во время теракта в Крокус-Сити-Холле. Эта трагедия отзывается болью в сердце каждого россиянина. В этот тяжелый день я и моя семья пришли почтить память погибших. Мы сделали вот таких вот белых журавлей в память о них, чтобы возложить их к нашей часовне. Я тоже не могла сегодня не прийти, потому что для нашей страны, для семей погибших, это огромный день скорби. И я считаю, то, что каждый из нас должен почтить их память землей и пухом. Богдан Колесников, Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев и Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.